Так что то, что называется югой, это своего рода сезон. Сезоны большего масштаба. В обычных сезонах зимой деревья и животные одни, весной они другие, летом другие опять. Точно так же жизнь на этой планете будет различаться в разные юги, потому что это система суперсезонов. Кали – это время, когда мы находимся в самой удаленной точке эллиптического цикла. Как следствие, можно взглянуть на это по-разному, но важно одно. Среди пяти тел или пяти слоев тел, которые мы несем, особенно это касается людей. Физическое тело или Анна-Майя Коша, ментальное тело или Мана-Майя Коша, энергетическое тело или Прана-Майя Коша и Виньяна-Майя Коша или эфирное тело. Вопрос всегда в том, сколько у вас Анна-Майя Коши, насколько у вас доминирует Анна-Майя Коша, Мана-Майя Коша или эфирное тело, оно же Виньяна-Майя Коша, соответственно, вы и будете функционировать. Так что эти суперсезоны в некотором роде определяют это. Доминирует ли ваше физическое тело, ментальное тело, энергетическое тело или эфирное тело? Также в какой-то степени зависит от этих регулярных годовых циклов. Но суперцикл определяет гораздо больше. От того, какая сейчас юга, зависит объем эфирного тела. Это не значит, что это определяющий фактор, совершенно нет. Он не доминирует, просто оказывает влияние. В любой юге у вас может быть все замечательно. В любой юге вы можете пребывать в расстройстве. То, что вы испытываете под влиянием всего этого, не является вопросом того, насколько вы хорошие или плохие. Как только у людей появляется предвзятость, кто-то становится грешником, а кто-то святым. Как это происходит? Вы устанавливаете некоторые ценности. Если кто-то не может им соответствовать, он грешник. Если кто-то может им соответствовать, он святой. Но эти ценности меняются от места к месту, от возраста к возрасту, от эпохи к эпохе. Это не самое важное. Важно то, что мы понимаем, что сидя здесь, мы есть то, что мы есть. Мы являемся следствием того, что производим внутри себя. Вопрос только в том, то, что мы делаем внутри себя, происходит осознанно или нет. Если мы делаем это осознанно, то последствия будут такими, как мы хотим. Если мы делаем это неосознанно, последствия будут случайные. Случайные последствия могут быть иногда очень болезненными, иногда хлопотными для вас. Так что по влиянию это не решающие факторы, а общие. Время Кали-юги, которое завершилось более 2000 лет назад, было названо темными веками, потому что люди делали друг с другом ужасные вещи. И не просто делали ужасные вещи, но делали это в больших масштабах. Это не значит, что в Двапара-юге мы не делали ужасные вещи. Делали. Но все же это не было нормой. По крайней мере, мы знали, что это неправильно. В этом большая разница. Вы делаете что-то ужасное, но, по крайней мере, знаете, что это ненормально. Мы почти в третьей юге, но нам не нужно ждать ее. Вот, жара не ждет. Еще не лето, но она уже заставляет нас потеть. Почему бы нам тоже не быть на шаг впереди времени, да? Вот почему очень важно, заложили ли предыдущее поколение фундамент для чего-то или нет. Это определяет, сколько построит следующее поколение, не так ли? Это верно для дома, это верно для народа, это верно для вашей осознанности. Качество фундамента, который будет заложен сегодня, определит, сколько смогут сделать следующие поколения. Много людей говорят, что жизнь становится хуже с каждым днем. Но, пожалуйста, посмотрите, как люди жили здесь 500 лет назад. Сегодня мы живем лучше, разве не так? Все, особенно женщины. Вы должны сказать одно большое «да». «Да!» Потому что для женщин на этой планете жизнь никогда не была так хороша. Во всем мире. Каким будет наш следующий шаг? Все в наших руках. Мы так живем, потому что кто-то заложил мощный фундамент, и поэтому мы достигли этого. Но каким будет следующий шаг, или как будут жить следующие поколения, зависит от нас. В такое время, когда мы переходим от одной юги к другой,
когда зима сменяется весной, мы должны быть готовы расцвести, да? Во многом время, в котором мы живем, очень значимо. Молодые люди увидят, как мы переходим от Двапара-юги к Трета-юге,